Давай мне туда что-нибудь. Я поставлю, пусть стоит. Давай. Да! Током ёбло! Килята у него, да? А? Килята. Да, у него коровы. Угу. Ну, коровы на пасточную. В основном, да, сейчас там находится. Тоже его надо, да? Думаешь, садик? Нет, вот это рядом с других. А. Здесь 3 или 4 баула. А куда нам выходить? В основном бауром тебя пустишь. Срач, бардак. Ну, он тут рядом живет. Знаешь, там нет. Что, барсик лежит? Да. Уже знает, как своих. Ну, он молодой еще. Лежит, смотрит на шкурки. Давай, пока. Здрасте. Привет всем. Дима сейчас зарядится. Ну, смотрите, мы почти что в деревне копаем сегодня. Между домов. Между домов, да. Так что сегодня, наверное, будет очень много находок. Добрый день, я сказал вообще здрасте? Да. Да, вот, добрый день всем. Кстати, ребята, я разочарован. Под видосами все меньше и меньше лайков. Комментариев вообще нету. В чем дело? Мы стараемся, копаем. Где ваши лайки? Комментарии. Так что давайте, нажимайте на паузу, ставим лайк. Там, ну, комментарий можете хотя бы плюсик или точку поставить. Хотя бы немножко помочь Володе. Я вам тоже вот помогаю, показываю Германию, что мы выкапываем, Диму показываю. Так что давайте, до следующей находки, а вы давайте там лайки, комментарии, все. Так, друзья, ну первый сигнал всегда должен быть говно. У меня был накид, Димон кричал, монета. У него же 2 ямы, вот Димка просто так не копает, 2 монеты сразу будет. Ну где, давай, доставай вторую монету. Так осталось найти где. Ты что, в мою сумку что ли кинул? Да. Блин. Запаковал. Запаковал. Вот он. Нашел монету, Дима. Ты ее достанешь сегодня? Все, достал. Вот и вторая монета. Что это у нас? Тюбик. Тюбик. Классика. Тюбик и накип. Ну ничего. Первый сигнал должны быть всегда такими. Погодка. Само то для копа. Не жарко, не холодно. Чего он ворчит у тебя опять? Не знаю. Что-то с ним сегодня случилось. Друзья, прошел час, нету никаких находок. А вы знаете, как определить богатого фермера? Дима, ты знаешь? Нет. Нет? Очень просто. Сейчас, наверное, многие подумают, о, крутая тачка, большой трактор. Если у фермера очень много лошадей, значит он богатый. Потому что лошади это хобби. А такое дорогое хобби себе не каждый может позволить. Только богатый фермер. Если кто-то считает, что я не прав. Ну и, конечно, много земель. Друзья, думали монетка, но нет. Хотя странно, ушков нет, смотри. Может и монетка, можно? Нет. Но если монетка, то странно. Нет, это пуговка, вон, видишь. Я и говорю, пуговка. Это звезда внутри это. А бы интересная пуговка. Может, даже серебряная, нет? Да не, вряд ли. Ну-ка я сейчас прозвеню, или на серебро гудит, или нет на моем. Хорошо. Я-то уж обрадоваться хотел. Друзья, кстати, Дима вот только что сказал, если не монета, то поедем на другое поле. Мы уже шаримся, уже хозяин даже подъезжал на квате, на квадроцикле. Спрашивал, что, нашли что-нибудь? Не, Дима, не серебро. На десятку это. Не серебро. К сожалению, Дима, не серебро. Ну и вот, Дима, раз не монетка, полумонетка, наверное, пойдем на другое поле. У Димы здесь еще одно поле. Несколько, у Димы. Несколько Дима, десятков. Дима у нас богатый, у него столько своих полей, вернее, разрешения на поля. А то сейчас кто первый раз смотрит, скажет, ничего там они в Германии, русаки живут, блин, свои поля есть, нафиг. Разрешение. Ну, есть такие, но это не мы. Да, да, не мы. Да уж. Хозяин подъезжал, спрашивал, говорит, что, как у вас, находки есть? А мне кажется, что хозяин просто-напросто нашел дедову карту и все золотые монеты уже сам выкопал. Так, ну что, наверное, поедем, да? Я вот, как скажешь, полю мы пошли, всегда что-то хорошее. Ну как, не знаю, что хорошее, я... Да, блин, у меня аж все от радости, вот как. Дима, ты ее видишь, да? Да, вот лежит. Вот что, естественно, монеткам, да?
выкопал, она сразу на тебя смотрит, так вот, возьми меня. Димон, давай, ты доставай, а я буду снимать. Давай, я буду снимать, а ты доставай. Ну, так мне даже лучше. Блин, за весь день первая монетка мне нужна. За весь день, за полтора часа. Ну, старенькая. Два феника. Эти два феника. Да, да, точно. Ну все, лучше, чем ничего. А мы уже, ну мы все равно пойдем на другое поле. Кайзеровская или? С другой стороны, очень... С орлом Кайзеровская. О, да. Короче... Моя. Майншац. Поздравляю. Первая находка. Ну, блин, уже аж обидно, блин. Ходим, ходим, ничего нету. Вот сюда она ложится. Ребята, эта копейка ничего не стоит. Она стоит только одних эмоций, вот, и все. Так что, не знаю, если вы хотите разбогатеть на этом, то, ну, конечно, мы свое золото не показываем вам. Ладно, что, Дима, все равно поедем или как? Ну, да. Или дойдем еще? Ну, до дороги-то еще идем. Дима, а ты там что нашел? Сейчас узнаю. Сигнал на что было? На, вроде на монету, но... Не, ну она раз сразу не смотрит, как у меня, значит, не на монету. Кстати, кто хочет узнать, что у Димы за такой крутой аппарат, заходите в предыдущее видео, где мы копали. У него беспроводной. И все, там что-то уже кирпичи пошли, Дима. Ну, что-то куст... Не. Уже все можно. Там уже и... Дальше не копать, если только мусор. В эту фольгу не, не завернули что-нибудь. Ну, достань теперь. О, уронил. А вон гвоздь, вон гвоздик. Гвоздик? Да-да-да. Так, друзья, вот эти вот все имения, которые вот вокруг находятся, до самых домов, это все принадлежит одному фермеру. Так и вот это все тоже, вон до того леса. До того леса. Тут, мне кажется, на камеру не покажешь все имения. Но факт в том, что у него очень много лошадей. Ну, не факт то, что все ивонные, да? Можешь даже... Просто сдает, как говорится, красиво, вот эти поля. Смотри. Да-да, это красавица. На лапки, смотри. Угу. Ну, что ты скажешь. Да, а, кстати, у этого фермера жена наша, с Казахстана, русская немка. Так что приезжайте в Германию, женитесь на немецких фермеров. Фермерах. Так, а мы, русские копатели. Портфель там же лежит, или где мы? Мы здесь пришли? Мой портфель, да, там моя кушать. Так, я пойду закушать, скажу. Давай мне сюда что-нибудь. Я поставлю, пусть стоит. Давай. Да, током ёбло. Говорит, ток в сапогах током не бьет, блядь. Так через эту палку тебя. Сколько там вольт, блядь? Я выстрел слышал. Ребята, будьте осторожны, Дима. Сразу на Диму. Дима сказал, в сапогах током не бьет. Ребята, смотрите эксперимент. Дима сказал, что если в сапогах током не бьет. А я сделал заземление через мой аппарат. Фу! Больно было, реально. А похрен. Страшно. Дима стоит, усыкается сзади. А похрен, на, бей. Не, страшно. Ладно, все, что я буду. Бьет! Дима, бьет! Не работает твоя версия, блин, в сапогах, ты меня надул. Нет, здесь свое заземление. Да! Вон Дима, вроде. Хватит, блин, свое заземление, блин. Ты сказал, в сапогах не бьет током. Открывай ворота. Сейчас эти берет и закопали. Ага, похоронить. Ну, можно сказать, вот это вот огороды фермера. Видели? И коп, и фермеровскую базу показал. И все, теперь мы не выйдем отсюда. О, Дима все поломало. А что она так полегла? Ну, просела. Это типа пони, да? Маленькие лошадки. Блин, что-то я везде задеваю. Блин, меня, наверное, шарахнет сейчас еще раз только. А что, это так, друзья. Дима распаковывается.
И мы снова в поле. Рядышком вот с деревней, три улицы дальше. Вот именно Дима сказал, что вот сейчас каждая яма будет, если не монета, то золото. Я так не говорил. Все. Блин, ну, смотри, какой у тебя аппарат. Хоп-хоп-хоп, все. Беспроводное, все ништяк, чики-пуки. Ребята, смотрите и завидуйте. Дима достал свой GPS-гир аппарат. Значит, что-то интересное. Проходит регистрацию. Говорит, пуговка старая. Древняя. Древняя. Ну да, ничего там нет. Давай фоткай, я потом ее переверну. Вот теперь они видали координаты. Приедут, выкопают здесь. Да, пуговка была. Или есть. Ну. Ну посмотрим, что археологи скажут. А дадут, скажут. Не-е-е, наводел. Тогда я вообще им больше ничего не буду показывать. Друзья, сигнал на золото был. Да я даже перчатки снял. Что это у нас? Нет, это серебро. Серебро. А почему? А почему? Ну, может, позолоченное. Сигнал был на золото. Ну это что у нас? Это обратная часть, может быть. Медальона? Может, здесь еще что-то есть? Давай. Это в руке? Мне надо аппаратом пройтись. Твоим? Угу. Давай. Нет, это он был. А почему сигнал на золото? Что это может быть? Не знаю, странно, но он желтый внутри. Угу. Ну, может, по золото было. Золото не серебрят. Да, золото и золото. Но это серебро, потому что, смотри, чистоган. Угу. Ну, думаю, проверишь, посмотришь. Что-то... Вот, жалко, что не целое, да? Угу. Прикинь, ты мимо монет ходил. Дима говорит, сигнал самый беспонтовый, и у него монетка. Да, монетка. Ну-ка, давай, чисти. Это за щеточку будет сосать. Или значок этого? Нет, монетка. С этой стороны, конечно, надо отмачивать. Жопа ей. С этой, может, что-то и рассмотрим. Не 50 фенингов эти? Потому что что-то алюминиевое. Да фиг, а да. По размеру маленькая, да? Да, по размеру маленькая. Монета, но что за монета? Ну по весу, да, как будто эти 50 фенингов, они это тоже алюминиевые. Только маленькая, да? Что-то там подсвечиваться. Ну, надо твою фантазию включать. Ну, короче, ты проходил много монет. Ну, походу, да. Ну, до сих пор еще монета вроде. Вову сигнал на монету. Смотрим, что он здесь накопат. Чуть копать разучился, что ли? Ну-ка давай. Не выкопал. Придется ковыряться. По старинке. Ковыряться, ковыряться. Так. Что у нас здесь? Включите его, давай. Так. Делаю. Что, промазал, что ли? Походу. Ой, маздила, блин. А-а-а, прям монету, блин. Ты что делаешь? Блин, вы это видали? Так нельзя делать. Короче, если вы только начинаете копать, так делать нельзя. Слава богу, что это не монета. Да. Блин, опять тюбики. Мне надоели эти тюбики. Я их убью. Собака злая, а. Вот так вот, ребята. Нервы беречь свои. Идите на коп, это успокаивает. У меня уже полная сумка говна, блин. Все хорошо. Подписывайтесь на мой канал и заходите в гости. Ставим лайки. Стояли, крутили, вертели мою находку. Что за фигня? Я думаю, что это от ружья. О, Дима, вот это находочка. Вот это находка, всем находкам находка. Давно не было. А я здесь пришел со своей херней, блин. Ну, я думаю, это от ружья, да, серьезно. Так. Дима пальчиком так. Пишите свои, как говорится,
Варианты. Варианты, да. Что это может быть? Ложим к остальному мусору. Дима пригрозил, говорит, еще два сигнала, если два сигнала будет опять говно, он выключает аппарат, который ты выкопаешь, да. Но я уже все, мне надоело, я выключаю, потому что серьезно, одно говно, ну, серьезно, какие-то тюбики, это, хотя бы какие-нибудь безделушки были, не знаю, надоело, все, не ной. Вот такой вот сегодня коп у нас были у фермера. У фермера тоже поля не очень были. Уехали от фермера. И тоже не то. Надо делать, кажется, домашнее задание. Надо сесть снова за компьютер. Посмотреть, где были старые дороги. Да, старые дороги одно, но просто уже все поля засеяны кукурузой, ячменью. И сильно выбора нету. Да, у нас есть поля, где мы думаем, что, или предполагаем, что есть что-то, но там уже засеяно все кукурузой, это надо осени ждать. Дима сам уже говорит, скорее бы осень, а мы еще летом не насладились. Все, ребята, я складываю свой аппарат, сейчас выключаю прямо при вас. С вами прощаюсь, как уже говорил в начале, не забывайте ставить лайки, поддерживать канал немножко. Мне приятно, и вам это ничего не стоит, просто нажать кнопочку и все. Все. На этом все. Так, Дима уже одну какашку выкопал. Дима, у тебя еще один шанс. Все, последний, да? Да. Последний. Ты уверен? Да. Даже если что-то хорошее, все равно все. Тоже устал уже. Не ищу сегодня. Сейчас плакать. Кухню собирать, да? Да. О, земля хорошая. И выкопал даже. Хороший знак. Сигнал на что? 87, не знаю. Еще не выучил, да? С Богом. Тю-тю. Тю-тю. В яме еще. Нет, здесь. На поверхности? Скажем так, не глубоко. Вот это, что ли? Ну да. Да, это она. Что это такое?